Итак, привет, мои дорогие, с вами я, Зазепа. Давненько ничего не записывал, сегодня хочу поиграть в Soviet Republic. Вот, игрушка хорошая, градостроительная, расслабляющая. Давайте, короче, своя игра. Не знаю, рождение новой республики. Я играл в эту игру, ну, уже очень-очень-очень-очень давно. Равнина с холмами, Восточная Европа. Среднехолмистая местность. Словакия, что за Словакия? Asian Map. А в чем различие? Вот типа Asian Map. А, давай в Восточную Европу, да? Что у нас тут? Количество денег. Давай среднее. Реалистичный режим. Невозможно строить здание за деньги только за ресурсы. Недоступна автозакупка. Ресурсы можно покупать на таможне. Реакция граждан. Норма. Так. Здание и техника. Давай вот так. Канализация в кул. Утилизация отходов. Отходы и снос. Техническое обслуживание. Включить. Годовой цикл включить. Пожары в зданиях. Среднее. Глобальные события. Давай умеренные. Загрязнение в пыл. Система образования простая. Есть возможность отдать своих детей в детский сад. Ладно, да, пока. Преступность и правосудие. Включить. Симуляция дорожного движения. Сложная. Ладно, давайте пока поиграем на простой. Исследование включить. Начало производства, доступность технологии по хронологии с начала производства, начальный год. 1960-й, прям начнем сначала, как говорится, да? Все, погнали, получается. Кошица, Словакия. Родители не будут работать, если ему когда дать своих детей в детские сады. На эту фигню вроде как отключил. Так, давайте-ка сразу на паузу, сориентируемся по местности, что у нас тут. Так, у нас тут типа граница, не знаю, с Евросоюзом. Вообще, по-хорошему, знаете, в каких местах, наверное, строится она, чтобы было пересечение и той, и другой границы. То есть, чтобы можно было... А как выше камеру? Ну, давай, короче, на ускорение пролечу. Будем, наверное, где-то вот с этого края строиться, да? То есть, чтобы у нас тут... Так, а повернешь, пожалуйста, камеру? Ага. То есть, чтобы у нас и эта граница была бы доступна для торговли, скажем так. Угу. Из ресурсов, что я вижу? Так, ну, я так понимаю, это у нас тут камень можно добывать, да? То есть гравий. Или сад. То есть место, в принципе, неплохое. То есть вот гора прям целая есть. Так, ну давайте, я не знаю, строить тогда потихоньку. Будем строить начало производства, потом, короче, начнем от этого производства уже ставить жилые дома, инфраструктуру и все прочее. Давайте, транспортная отрасль, автодороги. Начнем, пожалуй, мы с грунтовых дорог, да? То есть мы как-то вот так вот проведем. То есть надо вот так. И как-то, короче, еще с этой границей разобраться, да? Проведем дорогу тут. Возможно, мне кто-то скажет, эй, ты все делаешь неправильно. Но я, можно сказать, начинающий в этой игре. Вот как-то так, да? И вот где-то вот здесь примерно вот будет мой городок. То есть здесь будет стоять какая-то промышленность. Ага. Так вот. Угу. Ну, в принципе, разметились, да? Так, это мосты.
Дороги, так, ну это понятно. Пункт маршрута, удалить дорогу. Депо и партии. Что нам надо? Так, мала конечная автостанция, большая конечная автостанция. Автопарк. Так, здесь у нас будет стоять автопарк. Это как времянка, да? Угу. База спецтехники. База спецтехники бесплатная. Ну, давай, короче, вот эти вот поставим пока времяночки такие, типа. Малая станция техобслуживания. Я не знаю, это надо вообще все. Типа, пока, может быть, не совсем. Это потом, может, когда техника там ломаться уже начнется. Так, автобусная остановка. Ну, тоже пока, я думаю, нам не надо, потому что, ну, мы, в принципе, производство здесь поставим. В принципе, надо будет возить людей. Здесь у нас такое будет жилое место, скажем так. Автостанция, так. Ой. Так, малые стоянки всякие, стоянка бесплатная. Я не знаю, надо это, не надо. Ну, типа, если бесплатно пишет, то почему бы и нет. Какая-нибудь такая стояночка будет. Автомагазин. Типа, здесь люди могут машину покупать, да? Ладно, нам пока это... Узовая станция. Грузовая автостанция. Она тоже пока не надо. Наливной терминал тоже. Тоже пока еще рано. Так, автозаправка. Вот это вот точно надо. И тут типа они отличаются по объему, да? Ну, давайте какую, которая попроще, я не знаю, там, 2511. Давайте вот такую поставлю заправку. Ну, типа такого, да? Вот стоит заправочка. А, так, не-не-не-не-не-не, я же на паузу ставил. Так, автозакупка, да, я так понимаю, стоит. Так, автозакупка, да. Ну хорошо, ладно, пускай вот так вот будет. Зарубли, короче. Автозакупочка поставлена. Короче, теперь надо что-то делать с электричеством, короче, надо что-то делать, придумывать. Тепловая, это рано нам. Может, короче, мало ветрогенераторы ставить, типа. На нашу деревушку пока этого хватит вполне, я думаю. Ну, типа, такого. Вообще, нам это доступно? А почему я не могу поставить? А, это требуется исследование проекта 3.0 электростанции. Это, короче, надо университет ставить мне. Ладно. Ну, мы пока можем, в принципе, на границе докупаться или электричеством. Ну, либо тепловая электростанция. Так, и что это надо? Ему, короче, надо уголь, да? Соответственно, надо ставить добычу угля. Ну или можно не запариваться и просто покупать это. Слушайте, а нам уголь в любом случае надо, да? А могу ли я узнать, где здесь вообще этот уголь, в принципе, находится? Так, окей, создать город, список маршрутов. Статистика населения, статистика ресурсов. Так. Уведомления.
Да не из редакторов. Снести, скрыть ненужную. Так. А как я могу узнать, где вообще у меня тут уголь находится? Так. Вот это вот хороший вопрос. Здесь, конечно, немного такое управление, что человек, который только начинает играть эту игру, ему сложно сориентироваться. Ну, ладно, короче, подождите. Давайте посмотрим провод теплоносителя. Градостроение, промышленность. Короче, давайте посмотрим промышленность, что у нас. Металлургия. Прочие отрасли. Древесина, гравий. Но мне уголь надо. Гравий. Вот уголь. Угольная шахта. Угольный комбинат. Ну давайте угольную шахту. Я не знаю, где у нас тут уголь. Неужто он не здесь? Богатство залежи 1%. Ну это не очень хорошо, если честно. Но это в любом случае, это где-то у горы, я не знаю, да? Надо смотреть, искать. Вот видите, тут 1%, я не знаю. Один, один, ноль. У нас вообще, блин, в стране есть уголь. Типа 1% это так-то не очень, я вам скажу. Погаса залежи 3%. Да, короче, с углем нам немного. Вот здесь, короче, 5%. Вот здесь хорошо уголь, да? 11%. Ну, блин, нам будет тяжело его экспортировать. У нас тут поблизости нет угля. Ну, это проблема. Это прямо, если честно, это очень далеко. А в эту сторону? Ну, я, конечно, не знаю, но можно, конечно, там поставить там 1%. Ну, блин, как это эффективно будет, я не могу сказать. Или можно, слушайте, или может как-то делать, можно из древесины уголь. В принципе, логично, я думаю, да? Так, окей, давайте посмотрим. Промышленность. Вот, короче, гравий, древесина. Лесопилка. Ну, давайте, короче, поставим лесопилку, я не знаю, попробуем. Так, ну это производство. Производство я хотел бы где-то здесь ставить. Даже вот так, наверное, да? Вот, короче, у нас тут лесопилка будет стоять. Так. А где я смогу покупать электроэнергию? Это мне лэп откуда вести вообще? Место тут, конечно, хорошее, но, блин. А вот, слушай, лэп у них есть. Так, ну лесопилку мы поставили, и надо будет, короче, подожди, электроэнергию к ним подвести. Среднего напряжения есть большого. Ну давайте 2,35 мегаватта, типа такого, чтобы пускай будет.
Типа как-то так. Как-то я не знаю, вдоль дороги. Трансформаторный пункт. Вот что это вообще, блин? Так, ну, электричество он построил. Что это, блин? Это типа это маленький трансформатор или что это? Так, и лэпку, наверное, мы надо подключать вот так вот как-то, да? Блин, конечно, криво сделал. А это разные классы лэпа, да? А как-нибудь отменить я могу? Ага. Так, это у нас, походу, вот это, да? Так. Общая мощность подключения 2%. Импорт, покупка. Ну, я думаю, как-то вот так. Я не знаю, сколько нам надо просто. Короче, импортируем. Так, здание подключено. Короче, ставим пока нашу лесопилку. Блин, а кто работает-то на ней будет? Так, ремонт обслуживания. Так, ну она вроде как работает, да? Купить новую технику. Что нам нужно? Бортовой вообще, наверное, для экспорта древесины. Типа 3667. Самосвал вообще есть, но я не, не, ну самосвал это вот для сыпучих кузов. Вот это в принципе подходит. 4,1 тонны древесины можно возить. Так, это не то. Девять и семь можно возить. Ага, так, Т-138. Неплохой выбор. Так, ну это малютка вообще там. Короче, Т-138 берем, если что, да? Ну или КШД. Короче, да, давайте вот этот берем. Бортовой. Так, еще нам нужна будет тут автобусная остановка. Так. Уже работники нужны. Давайте, короче, достроим. Да, работники нужны. Работников, соответственно, надо возить. Градостроение. Давайте посмотрим. Жилые районы. Культура, спорт, государственная инфраструктура. Не остановки нужны. А вот транспортная отрасль, автодороги. Автобусная остановка.
Ну, давайте, короче, такую простенькую поставлю. И проведу к ней дорогу. В принципе, у нас все производство, но где-то тут будет. Ну, как-то так. Пускай будет. Угу. Ну и, соответственно, дорогу к ней сделаем, такую отдельную развилку. Так, а что, я тут просто так соединить не могу? Слишком крутой подъем. Ну, как-то так, я не знаю, пускай будет. У нас остановочка. В принципе, сносно. Да? Ну, и теперь, в принципе, у нас есть одна промышленность от того, грубо говоря, древесину заготавливать. Теперь можно заняться, в принципе, градостроением. Жилье. Какое-нибудь такое попроще. Двадцать работников, 30 работников. 10. Качество жилья 70, 89. Ой, тут вообще сверху, я смотрю, там шлак какой-то. Типичный квартирный дом. В принципе, подойдет такое. Видите, у нас люди будут тут. Так, 20 работников. Сколько мне надо древесину вообще надо? Короче, надо, походу, строить и побольше этих домов, потому что еще другие места надо обслуживать. Там магазины, я не знаю. Это строение. Большие жилые дома. Ну что там в больших жилых? Они вообще доступны. 68. Типичный квартирный дом. 110 работники. Вот, кстати, такой можно поставить. Я не знаю, им подъезд вообще важен? Наверное, важен. Как-нибудь поплотнее можно поставить. Ну, типа вот такого. Так, дорожки, давайте-ка вам дорожки проведу. Так, нет, это не совсем то. Пешеходные дорожки, вот. Ну, как-то так, я не знаю. Грубо, конечно же, немного, но в принципе сойдет. Угу. Давайте смотреть теперь по коммуникациям, что у нас. Нет, подожди, градостроение. Питание, торговля, гастроном. Бакалейный ларек. Но я даже не знаю. Можно, конечно, для начала им просто какой-то бакалельный этот ларек ставить. Пока мы нормально денег не начнем зарабатывать. Чтоб можно было что-то посерьезнее ставить. Ну, давайте вот такой вот ларечек им. Ресторан, мало универмаг вам. Ну, слушай, ларек что? Что ларек вообще? Какие в него ресурсы вообще помещаются? Пища, мясо. Слушай, наверное, хорошо, что я его не построил. Снести это нафиг. Вот эту дорогу тоже пока лишнее, наверное. Нам надо какой-то гастроном ставить, чтобы они там могли и одежду там себе в случае чего, там электронику покупать. Короче, давайте так, да.
Торговый центр. Вот пища, одежда, электроника, мясо. Универмаг. Малый универмаг. Одежда, электроника, пища. Пища, электроника, одежда. Давайте, короче, малый универмаг поставлю им. Я думаю, это как раз самое оно будет. Конечно, может показаться большим. Вот прям, не знаю, вот сюда вам заведу прям дорожку, чтобы могли ходить с него. Ну и думаю, нормально, да? Так, а вообще, кому будем в домах селить? Так вот, разрешить заселение граждан. Это нельзя. Так, и с малой лояльностью тоже, наверное, не надо, да? Угу. Здесь мы, в принципе, то же самое делаем. Ну, типа такого. Так, ну, в принципе, что нам еще надо? Нам нужно автобусную остановку здесь еще ставить, да? Мы сейчас проведем тут сзади еще одну дорогу. Так. А давайте нет, начнем с автобусной остановки, пожалуй. Так. Автобусная остановка бесплатная. Ну, как-то так мы ее поставим. Угу. Ну и, соответственно, дорогу к ней надо провести. Отлично. Как-то вот так вот наш городок будет выглядеть. Слишком крутой спуск, блин. А выровнять ты его не можешь, этот спуск? Так, снеси пока эту непотребство. И давай заново построим. Все. Дорога построена. Как это вообще выглядит со стороны? Типа такая горочка небольшая. Ну, в принципе, сойдет, я думаю. И давайте, короче, дорожки к ней проведем. Ну, как-то так. Соединим все эти дорожки еще. Так. Так дорожка. Ну и вот так дорожка. В принципе, я думаю, дойдут люди. Так. Ну что получается? Электроэнергия у нас есть. Все есть. Людям жить где есть. Тоже закупки у них все тоже будет. А автобус не купил. Так. Ну, какой-то небольшой автобус, да. Название, ценность, общая вместительность. 60 пассажиры. 80 пассажиры. 40 пассажиры. Ну, прям совсем малый, конечно, брать не хочется. Там нормально нам такой брать. Бусик. Башенный экран прям можно взять. Еще машина скорой помощи. Ну, вообще, конечно же, по-хорошему нам нужно еще ставить эскаватор какой-нибудь такой покупать.
Это, что я знаю, наверняка. А, ну где там бус был на 80 пассажиров? Ага. И давайте, короче. Так, загружать. До всех, пожалуй, загружать. И выгружают здесь, короче, людей. Выгружать. Все, здесь нагружаем, здесь выпускаем. Я, правда, не знаю, тут работает эта механика, что, типа, люди там закончили, может, работу. И, типа, надо домой ехать. Короче, и загружай, и выгружай. Короче, я не знаю. В принципе, это логично. Но я не знаю, работает ли это в этой игре. Все. Короче, с этим разобрались. Дома строят, люди заселяются. Нет мусоровоза для малых контейнеров. Нужна техника. Ну давай, для малых контейнеров. А ну да, еще мусор там им надо, блин. Мусоровозы, блин. Ой, синезнасыщенная, так. Блин. Мусоровоз вообще, по-моему. Мусоровоз. Водовоз. А вот, мусоровоз. Все. Здесь тоже вроде как пока все. Ну это для людей. Ну я не знаю, что будет. Ее кто-то сможет купить. Приоритет молодежи только до 30 лет. Лояльность только высшее образование. Ну да, в принципе, слушай, мы можем вот людям, как которые высшее образование. Любые граждане, да? Вот только высшее и любые граждане. Ну, я не знаю даже, стоит ли это вообще того. Хотя не стоит тут 3 копейки, грубо говоря, эти машины. Ну, пускай будет. Почему бы и нет, да? Пускай катается там по своим делам. На работу, я не знаю, там. Так, работники. Нет питьевой воды, нет работников. А, это же еще питьевую воду точно надо. А здесь наверняка еще садики какие-то надо ставить. Так, ну это интересный вопрос. Где же я вам питьевую-то воду поставлю? Так, жилье. Так, коммуникация, водоснабжение и коммуникации. Водозаборный узел. Чё это? Так. А где у нас, кстати, вот на карте вообще тут вода? Она, блин, за границей вся только вода эта, да? А нет, вот смотрю, вот здесь у нас речушка есть. Далеко, конечно же. А чё поделать, блин, вода-то нужна. У меня еще водозаборную надо ставить.
Подразборный узел. Вот водозаборная скважина. А как оно вообще работает? Подождите. Качество воды 95. А то есть оно где-то из подземных вод типа берет или что? И мне типа не обязательно ее прям возле воды ставить. Качество воды 95. А как это? Подождите, дайте посмотрю на нее. Блин, где ее брал? Вот. Пошел вот заборная скважина. 5,7 мегаватт электричества. Я даже не знаю. Так, ну давайте. Это, в принципе, работа, поэтому она будет немного за городом находиться. И, в принципе, она может находиться вот здесь, вот, да? Я не знаю, правильно ли я делаю. Ну, типа, оно как берет, наверное, как подземные источники, да? Так, водозаборный узел. Водоразборный узел. Чё тут? Как это вообще работает вообще? Как-то так, да? Давайте среднего диаметра поставлю. Мешает здание. Какое тебе здание мешает? Чё? Вот труба это. Окей. Ну, будем считать, что провел, да? Так. А можно, блин, как-то увидеть, как эта труба вообще идет? Куда? Мне насосная станция надо. Так, и трубу, наверное, как-то надо вот к ней подвести, да? К этой водонасосной станции. Так. Короче, давайте достроим пока и посмотрим, что там, как оно вообще. Так, граждане. Контейнерная площадка. Ну, не знаю. Лесопилка. Как это нет соединения? Я уже автобус запустил. Так. Не указано. Граждане сами решают, куда мы идти. Окей. Ну, в принципе, мне это устраивает. Типа, хотите работать тут, работайте тут. Или работайте на лесопилке тут. Ну, либо на водонасосной станции. В принципе, это вот от вас зависит, от ваших пожеланий, скажем так. Проблем с отоплением. А вам там холодно, да, или что у вас там?
Да, нет, питьевой нет или недостаточно продавцов. Питьевая вода, так. А я тут, блин, провел. Или оно еще строится? Насос включен. А фарм воды идет вообще? Питание не подключено к электросети. Так. Это, наверное, мне тут надо трансформаторный пункт ставить. Как-то я не знаю. А, в принципе, вот здесь такой вот пятачок неплохой есть. Можно сюда его впендюрить. Трансформатор какой-то. Ага, а как я это сделаю? Ты меня надо тут сесть, прерывать, да? Распределительный пункт ставить. Так, и теперь я ставлю трансформаторку таким образом. Ага. Ну, как-то так. Кривовато, конечно, все это выглядит, но как есть. Мы пока только постигаем азы, да? Нет работника. Да сейчас привезут вам работников. Там уже автобус выехал. Кстати, где автобус? Кто-нибудь сегодня наблюдает? Или он на заправке, может? Да, он только на заправке. А, так, пассажиры. Там вообще кто-то стоит на остановке. Он стоит, пару человек. Готовы выйти на работу. Так, нам еще надо канализации, да? Что вообще там надо? Слишком низкая. Электроэнергии. А. Подождите-ка. Здание не подключено к электросети, блядь. А почему, простите меня, оно не подключено к электросети? Это же, блин, трансформаторный пункт. А, потому что я там прерывал сеть, да? Типа вот так, вот так. А, я тут немного неправильно сделал. Немного неправильно сделал. Угу. И ставим, короче, лэпку мы немного другим образом. Угу. Так, и теперь у вас там есть электроэнергия? Ага. Без доступа к питьевой воды. Еще температура в здании вас там не устраивает. Ну это, блин, это топить надо что-то. Теплостанция. Угу. Это вот уголь им нужен, да? Котельная. Ну давайте поставим котельную, что ли. Алло, тепловой пункт. Котельная это в любом случае надо. В принципе, ее можно и здесь же поставить.
Ну и дорогу тогда сразу к ней кинуть. Кинь, пожалуйста, дорогу котельной. Спасибо большое. Теплотрасса. Малотепловой пункт. Понимать бы еще, что это. Ну, тут, наверное, как оно и с электричеством работает, да? Это типа насос, он типа подкачивает. Окей, это я понял. Окей. Подземную ставим. Идем, короче, к котельной напрямую. Да. Тепловой пункт. Ага, тепловой пункт подключаем, короче, к домам. Ну, как раз идеально тут за домом становится. Так, и ставим подземную, да? Ну, вот как-то так, да? То есть тепло у вас тут будет уже. Давай, короче, достраивай его. Так, котельная. Котельная еще сама не построена. Короче, мне кажется, еще надо будет домов побольше ставить. Потому что вот это вот количество, мне кажется, это недостаточно. Жилые, так, жилье, давайте опять такое же поставлю там. Чтобы уж хватало, знаете, наверняка. Сразу поставим. А оно уже тут по умолчанию так стоит, да? Давайте, везите мне людей, пожалуйста, на работу. Тут, наверное, может еще один автобус. Надо побольше людей возить. Так. Я не знаю, может, конечно, дофига я автобусов взял. И вези, короче, народ сюда. Тебя то же самое это касается. Все, три автобуса вам, короче. Ты пока немного подожди. Ты будешь на следующем. А где, кстати, самый первый автобус? Он уже уехал? Я просто видел, что он там отъехал с заправки. А вот он, вот он. А он хугаля такого давал зачем-то. Ну, слушай, народ подходит на работу, я тебе скажу так. Да, народ подходит. Ага. Ну, короче, да, надо тебя тоже запускать. Когда там заедет, заправится. Так, какие у вас потребности еще? Без доступа к питьевой воде. Питьевая вода.
Где я ее там строил? Нет работников. Вода. Резервуар какой-нибудь поставить. Так, ну здесь труба тоже, здесь все подключено. Я не знаю, правда, это не слишком ли большое расстояние. Но я надеюсь, что нет. И то есть вода будет поступать, но только мне сначала людей надо сюда доставить на работу. Ну сейчас, короче, проверим. Тейца, не кипишуйте. Я бы, конечно же, фигово эту дорогу заменил бы немного. А то они так реально будут полжизни ехать. Ладно, пока вот мы только начали, то есть я поставлю потом параллельно такую вот дорогу. И сам уже буду за свои ресурсы там за гравий там ставить, короче, дорогу, которая получше. Да, то есть я смотрю, вот люди, которые с высшим образованием, они получают эти автомобили. Граждане без доступа к питьевой воде. Вообще, мне нужно еще озаботиться по поводу мусора. Мусорная площадка мусорных контейнеров. То есть сюда люди будут выносить свой мусор. Как-то так, да? Наверное. Так, у меня не хотелось бы свалку тут прям возле города ставить. Свалку, свалку, свалку. Пускай свалка у нас будет где-то вот. Блин, ну не с водой рядом. Пускай хотя бы как-то вот тут будет. Угу. А люди там до нее работники дойдут? Хороший вопрос. А на ней вообще нужны работники? Да, на ней нужны работники. Ладно. База спецтехники, подожди. Мусоросортировочная. Зовут утилизация опасных отходов. Так, это он получается мусоросжигательный завод. Большой. Угу. Он смешанный отход эти производит или что? Потребление смешанных отходов, эффективность переработки. Малоутилизационная мастерская. Короче, давайте малая свалка, я не знаю.
Короче, свалка у нас пускай тоже вот где-то вот здесь будет. И дорогу давай к ней кинем. Вот как-то так. И нужна машина, которая мусоровоз, да? А, так. Мусоровоз. База работает, база спецтехники бесплатная. А, так, это так не работает. А, можно покрасить разный цвет. Ну, в принципе, оранжевый там. Стандарт мусоровоз, да? Окей, ну, с этим, как говорится, мы определились, да? У нас вообще тут древесина появилась. Да, нет питьевой воды, нет работников, нет ресурсов, у нас тут древесина. Так, ну вот смотри, первый автобус едет на остановку. Кто вообще куда пойдет, на какой завод, я не знаю. Давайте просто понаблюдаем. Типа автобус такой едет, 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 едет. Приехал. Так, и куда народ пошел? Так, ну это вода. Ну, поехал назад. Там еще работников везут. Ну хорошо, что они идут в том числе и на лесопилку. То есть... Так. Давайте там быстрее тёпайте. Вода пошла. Ура. Лес. Отлично. Это автобус вообще кого-то хоть привез? Я не вижу людей. Он никого не привез. Ладно, сейчас посмотрим на третий автобус. Просто тогда остановлю. То типа не надо так много. Работники 27 максимум. Здесь тоже максимум. Котельная. Да, наверное, мне столько много автобусов не надо. Ну и чем в холостую, короче, взял, приехал. А, давай, короче, ты вернешься в депо. Все, короче. Как удалить? Как тебе вернуть в депо? Не жалко, ты товарищ обратно. Просто интересно, куда он сейчас поедет. Все, давай, короче, домой езжай. Я просто не знаю, как удалять ему там все это делать. Просто мне кажется, если я удалял, загружать, выгружать, я надеюсь, он не будет просто тупо туда-сюда кататься, потому что я не знаю, что тогда с ним делать.
Ты что делаешь, приятель? Ты куда едешь вообще? Короче. Просто продам его. Все. Ну, тут-то денежка появилась. Только много просто бусов не надо нам. Так. Все еще нету питьевой воды. Почему? Я не понимать. Ну вот же трубы лежат, блин. Или что вам там надо, блин? Водоразборная, большая водозаборная скважина, над скважина. Водоподготовки. Типа он подготавливает воду эту или что? Ну давай так. Окей. Ну правда не знаю, какой в этом смысл. Так, ну чё, вы, ну типа подключил, да? Окей, вода есть. Вода поступает на него. Это уже хорошая новость. Химикаты. Ну, химикаты он там что-то имеет, да? То есть он очищает. А нет работников. Окей, сейчас дождемся первых работников. Так, ребят, мне в том числе нужно... Три безработные. Не смогли культурно отдохнуть. Так, граждане, давайте на работу выходить побыстрее. Вот там кто-то тёпает уже, я смотрю. Угу. Все, так, вода пошла. Так. Нету питьевой воды, да? Блин. И как мне это отдельно, что ли? Там каждому зданию проводить, я не знаю, воду эту. Водоразборная станция. Водораспределительный узел. Но это все, что у меня есть. Ну, я не знаю, давайте эту шнягу еще, извиняюсь, поставим. Ну, это канализация. Причем здесь питьевая вода, которая поступает, грубо говоря. Это сточные воды, блин. Так. Нету питьевой воды. Все еще нету питьевой воды. Как ее подключить, эту питьевую воду, а?
Очистная станция. Водоподготовки. Ну, давайте уплотимся уже, поставим малую очистную станцию. О, малая. Нифига себе, малая она. Никакая она не малая. Короче, хотел создать нормальный обычный город, получился у меня какой-то, я не знаю, там. Ну, давайте канализацию соединю тут. И как мне тебя соединять тут? Да господи, при коннексе. Спасибо. Сто работников. Это малое. Понимаете? Нет ресурсов, а тут древесина. А вот лес вокруг тебя, это вот для чего он тебе? Нет питьевой воды. Водовозная станция, не знаю, может не поставить. Да пускай водят им просто воду эту. Ну блин, а кран был дома подключить как-то, я не знаю, санизационная станция. А я, простите, что, ее не ставил тут или что? Вот эту фигню, разве это не одно и то же? Так, ну вроде все логично тут, да? Все, оно идет сюда, сюда. Ну, короче, все, что можно было подключить, я подключил, да? Там вообще напор есть? Люди, вам вода пришла? Вода. Вода есть. Качество 93. Почему к зданиям не поступает вода? Кто-нибудь мне объяснит? Или может там насос надо какой-то ставить им еще? Как это, блин, работает? Как это, блин, работает? Ну это ж одно и то же, подожди. Вот насосная. Нафига мне тут такое? Насос качает воду. Так, вода поступает. Все хорошо. Водоразборный узел. Почему нету воды к нему?
Кто-нибудь мне объяснит это или нет? Нафиг снеси, короче. Непотребство. Короче, давайте им какой-нибудь бар поставим, я не знаю, алкоголь, культура. В универмаге все это есть. Ресторан. Бар. Короче, пивной ларек, я не знаю, поставлю сейчас тут. Так, пивной ларек. Пляжный кофе-бар. Ну, короче, ладно, кинотеатр, я не знаю. Дом культуры, кинотеатр. Ну, блин, дорого. Вот амфитеатр, короче, вам. Ходите туда. А к нему, я так понимаю, что дорога не нужна? И ладно, давайте, короче, кинотеатром поставлю нормально человечески. Я, конечно, понимаю, что небольшой городок, деревня, по сути. Я еще тут с водой даже не разобрался, но тем не менее. Телестанция, галерея искусств. Национального восстания, музей республики. Ну, давайте вот спорт ему еще сделаю, там какое-нибудь поле, я не знаю. Футбольное. Открытый бассейн, футбольное поле. Значит, давай бассейн, я не знаю, будьте у нас грибунами, я не знаю. Так. Ну, к нему подъезд на машине не обязательно, я вижу. Так, ну и дорожки, короче, к этому всему безобразию мы подключим. А деньги улетают. Так, ладно, давайте, короче, с древесиной разберемся, да? То есть вода добывается, но не поставляется. Эта фигня у меня уже стоит. Водозаборный узел. У меня он стоит. Он типа подключен. Я не понимаю. Вода есть. Она должна быть. Почему она не поступает вот к нему? Не знаю, может, труб не хватает ему там или что. Так. Все, трубу проложили. Ну-ка, дай-ка посмотреть. А, тебе распределительный еще там на какой-то нужен, да?
Ну хорошо, а если я напрямую проведу, допустим? Что это? Водозаборный узел. Нафига мне их столько тут? Так, короче, снеси. Это непотребство. Вот у меня он есть, водозаборный узел, который подключен. Да, он подключен. Или всеми тут еще надо насосную станцию ему ставить, блин. Ну, я не знаю, ну давайте, короче, насосную. И, короче, трубы, да? Ух, и нагородил я тут. А можно мне, блин, показать эти вообще трубы, где они там находятся? То есть удалить трубы я не могу. Я могу только проложить новые. Господи, ну что за бред? Короче, нагородило тут фигни. Такое чувство. У вас там появилась вода? Нет. Короче, надо будет мне посмотреть как-нибудь гайд про все эти трубы, водопровод, я не знаю. Ну, канализацию я вроде как сделал. То есть оно работает, оно там очищает что-то, поступает. Ну вот. Ну, а мы с вами увидимся в следующей серии. С вами был Зазепа. Все, всего хорошего, всем пока.